Интересные факты. Сегодня мы расскажем о самых неудачных последствиях после пластических операций. Итак, 5 жертв пластической хирургии. Андреса Урах, победительница конкурса на самую аппетитную попку Бразилии 2012, чудом удалось избежать ампутации ног. Спустя некоторое время после конкурса девушка обратилась к врачу с жалобами на страшные боли в ягодицах и бедре. Оказалось, что из-за внедрения имплантов ее кожа стала в буквальном смысле разрываться от воспаления, которое было настолько сильным, что началось гниение тканей. Теперь Андреса призывает всех не обращаться к услугам пластических хирургов, ссылаясь на собственный печальный опыт. Ханг Миоку. Казалось бы, невинные инъекции изуродовали лицо очень милой кореянки просто до неузнаваемости. После нескольких процедур врачи стали отказывать девушке в продолжении уродования собственной внешности, но, как всегда, нашлись те, кто захотел наполнить свои карманы любой ценой. Когда у Ханг закончились деньги, она начала сама вливать себе под кожу подсолнечное масло и даже парафин. Вскоре родные перестали узнавать девушку, ее голова увеличилась в 3 раза, у нее ухудшилось зрение, болели уши и она не могла до конца закрыть рот. Кроме того, у нее была диагностирована шизофрения. Ее пожалели обычные граждане, и, собрав внушительную сумму денег, врачи начали череду сложнейших операций, чтобы хотя бы уменьшить лицо Ханг до нужных размеров. Бишайн. 31-летняя немка, известная под псевдонимом Бишайн, обладательница самой большой ненатуральной груди в мире. Она решила увеличить свой бюст с 0 до 26 размера. Для этого ей пришлось сделать очень много пластических операций. Девушка во всеуслышание заявляет, что ее совершенно ничего не беспокоит. Хотя, честно говоря, в это верится с трудом. Ведь каждая ее грудь весит больше 10 килограммов, а это очень тяжело. Груз для позвоночника. Джордан Парк. Потратив 100 тысяч фунтов, можно сказать, целое состояние на пластические операции, 23-летний Джордан умудрился изуродовать себя до неузнаваемости, хотя он всего лишь хотел быть похожим на Ким Кардашьян. Сходство, нужно сказать, сомнительное, хотя парень очень собой доволен. Ради такого потрясающего сходства он перенес 50 пластических операций, начиная с изменения формы щек. Ну что ж, зато теперь он весьма известен. Я, конечно, ему не желаю никаких осложнений, но что-то мне подсказывает, что добром это точно не закончится. Дерек Уолтерс. Не так давно американский рэпер, поддавшись моде, подверг себя неприятной и сложной процедуре, в ходе которой тату-мастер ввел под веко специальные чернила. У горе-певца помутнело в глазах и, почувствовав жжение и зуд, он незамедлительно отправился в больницу. После долгого и сложного лечения зрение 19-летнему парню удалось сохранить. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все самое интересное впереди!